проснулся днем, одетым в кресле, в своей каморке среди знакомых стен. Я ждал тебя до утра. Интересно, где ты провела эту ночь, моя сладкая Эн. Я умылся и почистил зубы, и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза. Благо было светло, благо был уже день. И на мосту я встретил человека, и он сказал мне, что он знает меня. И у меня был рубль, и у него 4. В связи с этим мы купили 3 бутылки вина. Добрый вечер, меня зовут Михаил Науков. Все зовут меня Майк. Я играю в ленинградской рок-группе «Зоопарк». Сейчас по просьбе Наташи я хотел бы спеть несколько песен. Здесь нас никого не любят, и мы не любим их. Ты едешь на метро, но, а мы не из таких. Ага, мы берем мотор, хотя в кармане голяк. И мы кидаем свой портрейт, мы пьем чужой коньяк. Я не люблю таганку, ненавижу арбат. Еще на той наливай, и пора назад. Я его помню вот таким. Белая ночь, белое тепло. Вот таким. Ну, может быть, какой-то такой. Был у него очень характерный жест, но я так не умею делать. Это специфическое морщение носа было. При, как бы, это высшая степень негодования. Он как-то вот очень так морщил нос. Это было высшее просто. Значит, все не так. Кого бы мы могли любить? И если хочешь, ты можешь полюбить меня. И нам всем бывает нужно кого-то побить, помучить, покалечить или даже убить. И если хочешь, ты можешь полюбить меня. Хотите, я расскажу вам про нашу первую встречу? Да. Как вы познакомились? Ой, я не помню. Впечатление? Я не помню. Впечатление не помню, но всегда, когда мы с ней встречались, всегда происходили какие-то бурные обнимания, бурные истории. Я когда видел Майка, он всегда был в очках, мне всегда казалось, что он такой надменный такой. Он всегда серьезное лицо у него было. Простой парень, скромный, остроумный и мобильный очень. Ну, мы любили дурачиться, выпивать вино. У ребят была такая специальная группировка. Называлось это все... Вокально-инструментальная группировка имени Чака Берри. Они очень любили стандарты, Майк их знал просто потрясающе. Он был колоссальным знатоком вообще рок-музыки, особенно стандартной 50-х-60-х годов. Ходили по сейшенам, пели стандартные рок-н-роллы Чака Берри, Ларри Вильямса и так далее. И все это было страшно весело. Наилюбимейшее время препровождения? Тогда? Ну вот Майк очень любил сухие вина, и как бы он попал на меня, это же... употреблял сухие вина, и вот мы с ним частенько этим занимались. Присутствовали всевозможные напитки. Тогда, по счастью, можно было без риска для здоровья выпивать и сухие вина, и портвейн, там, и водку. Мы гуляли по городу, выпивали там сухое красное вино, говорили о литературе, о музыке. Любимые прогулочные места какие были? Это центр. Питерский центр, Марсово поле, инженерный замок, набережные, каналы. О, песня вот такая. Я сижу в сортире и читаю Rolling Stone. Ленечка на кухне разрывает самогон. Где распит на чердаке, хотя орёт магнитофон. Её давно пора убить, но это будет победон. Дождь идёт, такой день, нужно спать, но спать, блин. Хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь спать, но верно я трус. Денег нет, а то есть пригородный блин. Какие-то разговоры велись за папироской? Ну, клево, регги. Мы играли псевдо-регги такой. Вот. А Майк говорил, что регги тоже клево. Рок-н-ролл клево, и регги тоже клево. Вот. И по этому поводу мы сошлись, что мы все равно любим группу Битлз, Рай Кудера, Криденс Клеуотер Ревайвал и еще несколько других компаний, в частности, Лурида.
Вот когда он услышал, что я знаю про Лурида, он говорит, все, пошли выпивать, типа, портвейн. Я кучу баек рассказывал о западных рокерах, которые он читал в «Молоде Мейкере» еще где-то. Я их сейчас рассказываю, как бы вот за столом обычно, в устных рассказах. Ну вот уже в самолете меня грач и Майк посадили между собой, в Ту-154, по-моему, и попытались меня обыграть преферанс. В результате заразили меня насморком, сволочи, а пулю, в которой я выиграл, куда-то дели, не знаю, спрятали. Было, Сева? Было. Он был очень ироничный человек, с очень тонким чувством юмора. И одно из любимых его занятий было рассказывание анекдотов в лицах. То есть с маханиями рук, там, с плюхами, со смехами, возгласами. Хотя подносить, вот как говорят соучастники процесса, стакан с приподнятым локтем, это было очень свойственно Миша. Карту, вот, это тоже был довольно запоминаемый жест. Ну, вот, например, так вечер, значит, собираешься. Ну, что, посиди, так побухать с этой водой, что ли, и все. И рок-н-ролл. Я не так часто бухаю, как тебе кажется. Но если вдруг мы все станем в чем-то лучше, я дам тебе шанс, и ты сможешь дать мне бой. Я дам тебе место за своей спиной. Так думай, 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 что же делать со мной? В жизни и на сцене он имел два, в общем-то, различных имиджа. Если в жизни это был такой, я не побоюсь этого слова, типичный интеллигент, такой человек начитанный, воспитанный, культурный, ну, он мог сказать, типа, там, ребята, там, братишка, отвали. Но это, как бы, так сказать, тоже такая имиджевая была завеса. А на сцене он преображался, он становился просто активным, таким агрессивным даже, ну, в таком, в рок-смысле этого слова. То есть сразу возникал какой-то внутренний такой ключ. Какой-то образ вспоминается? Да, черные очки и бабочка. Я ловил себя на мысли, что он такой какой-то домашний. Ходил в халате иногда, в таком махровом халате. Любил сидеть на диване с книжкой. Ну, он предпочитал черный цвет. Очки темные, бабочка. Вот в этом как раз тоже был такой элемент дэндизма, такой «Dandy in the Underworld». Майк Науменко, каким ты его видишь? Чего, с гитарой просто, у меня только сразу образ рок-героя же такой, потому что я с ним лично не знаком, поэтому я не знаю, как он в жизни был, каким человеком. Я просто как рок-музыкант здесь, все. Для того, что сама аура Майка и сама вот энергетика, которую как бы показывал там публике там, или все остальное, то есть достаточно было просто смотреть на Майка и как бы там получать истинное как бы удовольствие и наслаждение. Он был добрым рокером, таким добрым дядькой. Ты помнишь, как все было 10 лет назад? Никто не знает, где был жена, которого все куда-то шли, никто не спрашивал, куда. Мы не замечали, как зиму, когда нам было весело, хотя бы пить и половина. Скажи, куда ушли времена? Он был всегда благодарен людям за внимание, и как бы это чувствовали люди, то есть они не пугались его, потому что Майк не раз говорил, что как бы, ну вот я, да, во-первых, там, я не обязан писать по 30 песен в год, я вообще, так сказать, как бы просто вот я пишу то, что вот мне, и то, и когда мне хочется. И то, что люди приходят на концерты, что люди, так сказать, окружают его вниманием, слушают его кассеты, его бобины, переписывают их друг у друга, когда совершенно это все было на вот такой из рук в руки совершенно. Вот. Это приводило его в такое чувство умиления и такого радостного недоумения, что он просто всегда был, радовался как ребенок. С теми, с кем ему не хотелось общаться, он не общался. Как он отпугивал чужаков от себя тогда? А он мог запросто сказать, слушай, ты иди, ты мне неприятен тебе. Как бы такой вот рокерский образ там, ну иногда с нарочитой грубостью какой-то, же мог послать кого угодно, если уж так его доставало, хотя крайне редко, потому что он был невероятно интеллигентный человек. Понебратство с очень узким кругом людей, очень узким, очень, а всегда умел держать дистанцию между собой и людьми, которые явно были ему неровня.
через некоторое время мы с ним подружились, и как бы уже там, не мне лично пел песни, но, по крайней мере, присутствовал в каких-то определенных компаниях, где вот эти песни исполнялись, и мы с ним там обнимались, целовались, любовались и так далее, и так далее. Насколько он ранимо относился к критике, и была ли такова, и было ли принято критиковать в лицо Майка? По счастью, вот в окружении его не было людей, которые рискнули бы позволить себе какие-то, так сказать, не тактичные или, так сказать, какие-то, так сказать, какие негативные высказывания. Таких людей просто как-то, так сказать, они оставались за пределом нашего круга. Меня спросили, что происходит со мной, и я не знал, что сказать в ответ. Скорее всего, просто ничего, перемен во всяком разе нет. Мне справа недурно живется, хотя я живу не как все. Я удобно обитаю посередине дороги, сидя на белой полосе. Песня у меня... 9/10 песни, песня о любви к женщине, может быть, песня о сострадании. Вот эта песня о сострадании. Женщины нет, поскольку у него и у меня достаточно, недостаточно, а просто замечательные жены. Женщины только как в абстрактном смысле, вот певица какая-нибудь зарубежная, вот она какая красивая, хорошая, отдавая себе отчет, что мы никогда с ней не увиделись и не встретимся. То есть совместных хождений на эту тему не было, не было. Какая женщина его могла бы зацепить? Ну, просто мимо прошла по улице, на кого он мог бы оглянуться? На вас. Сомневаюсь. Я абсолютно не сомневаюсь, потому что у нас вкусы, насколько мне известен Майк, похожи, а вы мне нравитесь, и с этим я думаю, что вы бы ему тоже понравились. Ответ на этот вопрос целесообразнее всего было бы искать в его песнях, потому что мое глубочайшее убеждение, что никто вот из отечественных рок-музыкантов не создал таких вот ярких, таких реалистичных, таких проникновенных образов женщины, как Майк. Мне кажется, что вот его песня о любви, его песня о женщине – это такой бесконечный гимн какой-то женщине. И это образ тонкой, меланхоличной, такой немножко, может быть, сентиментальной, может быть, немножко такой вот женщины нюансов, понимаете? Мне так кажется. Вот. Ну и если говорить о реальности, то, конечно, его жена Наталья, это была его муза, я так полагаю, потому что, как бы, наблюдая их взаимоотношения многие годы, я редко видел семьи, в которых был бы такой уровень взаимопонимания. Прекрасная незнакомка имени товарища Блока. Я проснулся днем, одетым в кресле, в своей каморке среди знакомых стен. Я ждал тебя до утра. Интересно, где ты провела эту ночь, моя сладкая Энна? Чи
Вот в песнях у Майка, скажем, часто встречалось слово «портвейн». Песня от первого лица. Но это не значит, что это он. Это просто лирический герой. Вот приезжаешь в какой-нибудь город, там типа там Ангарск, приходят люди через час, звенят. Мы, говорит, за 100 километров за портвейном ездили, его здесь не достать. Ну, антиалкогольная борьба. А он любил портвейн, он любил рома пепсиколу и так водочку уж тогда. Ну, рома пепсикола, даже такая песня у него есть. Какие-то страсти за ним еще были замечены, как-то игра в футбол там или беспробудное смотрение телевизора в определенные дни? Ну, у него была совершенно одна маниакальная страсть клеения самолетиков. Он покупал наборы, вот такие были конструкторы, пластмассовые или картонные, самолетные. Вот, и он очень любил их клеить. Это я как-то купил тоже, глядя на него, один набор такой конструктор, и я не смог довести это до конца, у меня терпения не хватило. Любил Тургенева читать, например, в чем мы с ним не сходились. Но у меня в школе как-то забили отвращение к Тургеневу. Прочитал, конечно, как интеллигентский сноб, как положено. А Майк любил его пересчитывать, там уже на диванчике, там, глядя в телевизор одним глазом, неважно, что там шло, послушивая при этом там Марка Болана или Роллинг Стоунс или Лурида своего любимого. Приходишь утром, он, смотрю, там накануне листает. Я говорю: Миша, ты совсем? А что, вот люблю. Извини, люблю. Все то, что ему попадало в руки на иностранном языке, что его интересовало, он тут же воплощал на русский. И, насколько мне помнится, всегда мечтал издать какую-то книгу, одну, другую, 18-ю и так далее. Вот. Одна книга у меня сохранилась в таком напечатанном варианте, машинописном. Вот. Мне посчастливилось ее украсть у Коли Васина. В свое время мы с Майком даже, у нас была идея сделать спектакль про Марка Болана. А Майк был просто ярым фанатом Марка Болана, что группа Тирекс. Вот. И он сказал, что у него ничего не осталось, а вот у Коли Васина есть книжка. В результате мы пришли к Коле Васину, и Коля сказал: ну, на благое дело готов дать. Вот. Ну вот Майка уже нет, с Колей Васином мы не общаемся, а книжка лежит у меня. И самое смешное, что я даже перечитываю, ну, раз два, в три месяца однозначно. Он, скажем, перевел Ричарда Баха «Иллюзия». Написал песню после этого под впечатлением, которая на фестивале 86-го, по-моему, года, когда он вот впервые стал лауреатом фестиваля рок-клуба, получил там призы всякие разные. Вот это была лучшая песня, вот именно под влиянием Баха. Эта книжка издана в 92-м году после его смерти в его переводе. Такая сценка, что я прихожу к Майку, он сидит, что-то пишет и говорит: вот послушай, что я тут написал, вот сейчас я тебе прочту. Или говорит: так, Александр, какие есть рифмы на «Н»? Безмен, обмен и так далее. Сцен. Вот, выписывал. Это был его один из таких тоже любимых приемов, когда, так сказать, рифмы в песне на одно слово. Каждый день ты просыпаешься с мыслью, а не последний ли это день? Ты чувствуешь себя так, будто у тебя на спине татуировка, мишень. И ты задаешь себе старый вопрос: ну и как будем дальше жить? И ты сам себе отвечаешь: все это глупости, их нужно забыть. Каждый день это меткий выстрел. Это выстрел в спину, это выстрел в упор. За все эти годы можно было привыкнуть, но ты не привык до сих пор. Каждый день это меткий выстрел. И выверен прицелоствор. Так часто я к нему домой приходил. Я всегда поражался, как в 9-метровой комнате, где живет он, ребенок, там, все это в дворницкой квартире. В той же квартире жил гитарист Шура Храбунов. Сколько до народу помещалось, это было поразительно совершенно, просто невероятно. В доме была какая-то уникальная обстановка, почему туда все тянулись? Ну, просто куча народу любила Майка. Майк не любил, когда такой откровенный лесть, когда, так сказать, ну, это тоже есть в его песнях, слишком много комплиментов, похожих на лесть. И он начинал как-то себя неловко чувствовать, когда его пытались выпятить в какой-то в центр круга. Вот, он очень так ретировался всегда. В компании мы никогда не обсуждали
его песни, мало того, они для нас являлись каким-то непререкаемым состоянием. В связи с этим я даже в секрете предложил Максиму Леонидову и Коле Фоменко спеть песню «Мажорный рок-н-ролл». «Дело Науменко у меня на столе», — сказала девушка, там, замначальника ВАПа. «Какое такое дело?» Ну вот там композиторская рецензия, не помню кого, Портнова, Семагина, сейчас не помню точно, что песни являются низкопробным кищем, а музыка создана с элементарного учебника музыки. Мы сразу спросили, а где купить такой учебник? Никто не сказал. А насчет текстов Майк сказал, ну я же не говорю, что это Анна Каренина, но как бы я говорю, а деньги где? А что такое? Вот коллектив исполняет профессиональный филармонический, уже секретно достал. Эти песни каждый день, там по два раза, они уже по гастролям такой колесили плотно. Какой коллектив? Группа «Секрет», да. Принято было обсуждать песни Майка? Нет, он был как-то скромный очень, ну, по крайней мере, в общении со мной. Он был очень скромен, да и я на хваву был скуп. Чего уж там. И я только изредка похвалю, он прямо расцветет. Майк как-то сказал, совершенно не обязательно как бы говорить на сцене то, что ты думаешь. Надо говорить то, что как бы, ну, как бы то, что говорит как бы твой герой, твое альтер-эго. Но при этом он был, наверное, единственным музыкантом, который вот умел выворачивать свою душу наизнанку, как бы вот в своих песнях, в своих каких-то там концертных выступлениях. И при этом вот он оставался, тем не менее, достаточно закрытым, достаточно как бы таким как бы вещью в себе, потому что ну, вот он нашел ту грань, как бы, да, вот между образом Майка Науменко как героя рок-н-ролла и Михаилом Науменко как вот каким-то жителем города Петербурга. А стремился он к популярности? Он не делал ничего для этого. Может быть, это был один, может быть, из пунктов постоянных таких каких-то наших взаимных таких трений, даже я бы сказал, потому что, ну, как бы вот, не хотел ничего делать совершенно для того, чтобы как-то себя продвинуть. Какую песню из своих он особенно ценил? А я не могу это сказать. Просто не знаю. Это вообще очень сложный вопрос для любого человека, а про другого, не знаю. По-моему, вообще ко всем своим песням относился так, а, это уже было, а, это уже прошло, а, это... Мне кажется, такая песня «Мария» была у него, вот он к ней относился несколько лучше, чем ко всем остальным. Субботний вечер, и вот опять... Я собираюсь пойти потанцевать, я надеваюсь тюблеты и галстук шнурок. Я забираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Ведь я люблю буги-вуги. 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 Я танцую буги-вуги каждый день. Но тут что-то не так, сегодня я одинок. И вот я совершаю телефонный звонок. Я звоню тебе, я говорю тебе: привет, я не видел тебя 100 000 лет. И если ты не знаешь, чем вечер занят, то почему бы нам с тобой не пойти потанцевать? Ведь ты же любишь буги-вуги. Ты любишь буги-вуги. Ты любишь буги-вуги. Ты любишь буги-вуги. Ты любишь буги-вуги, ты танцуешь буги-вуги каждый день. Чем он мог гордиться, на твой взгляд? Ну, может быть, хорошими очками, наверное, или хорошая пластинка, которую он приобрел, или там хорошая книга, которую он перечитал или перевел, вот этими вещами. То есть Майки, то есть никогда он не показывал, не давал виду и повода, что он как бы супер там звезда, хотя так оно и было. Уф, это не рок-н-ролл, это зоопарк. Гордился тем, что он человек из подполья? Он гордился этим, конечно. Вот, к сожалению, эта гитара катастрофически и криминально не встроена. Ну, я думаю, что он действительно знал, что он звезда рок-н-ролла. Вот, мне кажется, что это вот уже, как бы, то есть он, как бы, в принципе, знал, как бы, цену своему творчеству. Он, знаете, бывает ситуация, когда люди
знать себе цену, но считает, что другие, их цену не знают. И от этого начинаются такие некие претензии к окружающему миру. У Майка никогда не было. Он всегда был уверен в том, что его, талант, его творчество оценено окружающими достаточно адекватно. Everybody needs somebody to love. Скажите, пожалуйста, то, что кино снимают, это вам нравится, интересно? Да. Да пусть часть снимают, чего уж там. Я могу сказать следующее, что я считаю, что, может быть, в какой-то степени я способствовал тому, что люди начали писать песни. Мне это многие говорили, это не мое мнение, это мнение различных людей, что люди начали писать песни не о свечах, каких-то, эзоповым языком, а совершенно конкретным текстом. Называя вещи своими именами. Я думаю, что к этому я приложил. Завтра, я не знаю, что будет завтра. Это все зависит от людей, от обстоятельств, от обстановки, может быть, общей в стране. Есть люди, которые будут нас слушать, есть люди, которые не будут нас слушать, есть люди, которые ходят на концерты, которые не ходят на концерты. У меня есть контракт сейчас с двумя фирмами по поводу выпуска пластинок. Посмотрим. Это рок-н-ролл, это, несмотря на то, что он жив и будет, вероятно, жить достаточно долго и, конечно, у нас в стране с ним такое очень сложное положение, которое я описать не берусь. Есть люди, которые будут слушать рок-н-ролл, это я отвечаю. С Майком я не становился серьезным. Я чувствовал, что с Майком можно делать что угодно и можно ошибаться. Нам всем нужен кто-то, кого бы мы могли любить. И если хочешь, ты можешь полюбить меня. Майк был абсолютная калька западного человека. Но человек, который всегда говорил на «вы». Причем говорил шутливо, но говорил манерно, как чуть носом, говорил, послушайте, Вилли. Он всегда говорил «вы». Вообще это не вызывало никаких вопросов. Почему так? Он всегда, он кокетливо он любил галстуки. Вот я терпеть не могу галстук. Он всегда был в галстуке. Даже в рубашке он галстук. Он шалил всегда. Он шалил и играл в рок-звезду. Мама, мама, I'm a pop star. Ну что он был такой? Я звезда. Он играл в звезду. В шутку, все в шутку. Вот, например, все братья и сестры. Этот альбом очень смешно снимался. Мы одолжили Будду у художника Фалалеева Андрюши. Вот этот Будда, он между Майком и Борисом. А поскольку у Майка очень большой нос, пришлось ему кепочку мою надеть. Вот эта кепочка, там на вешалке, она вошла в рок-н-ролльную историю, я потом в музей ее сдам. И она сразу же соединила Бориса с Майком, видите, лбом. Вот. А на обратной стороне атрибуты были таковы. Боб Дилан в руках у Бориса, а у Майка портвейн. Портвейн, Беломор, Боб Дилан и Будда объединились в альбоме «Все братья и сестры».